Всем привет! В этом видео последние новости о шоу «Пацанки» 5 сезон. Самое главное, когда начнется шоу. Изначально планировалось, что первая серия выйдет 20 августа. Но коронавирус, все дела. Съемки начались позже. На данный момент отснято всего 2 серии. Планировалось, что будет 18 серий. Теперь же говорят, что их будет всего 13, как в украинской версии. И это значит, что крайний срок, когда мы увидим первую серию, это 1 октября. Но по моим ощущениям, первая серия будет в начале сентября. Уж очень много информации слито. Как будто специально, чтобы не остыл интерес за время длительного ожидания. Вообще, точной даты еще нет. Чего еще известно? Будет новый дворецкий, будет новый преподаватель Мария Буше, у которой, между прочим, 2 миллиона подписчиков. Стали известны еще две участницы. Это Наталья Соколова, 28 лет, Тюмень. Она мама, ребенка воспитывает одна, имела проблемы с законом, была членом преступной группировки, работает в ночном клубе. Вторая участница Наталья Гончарова, Калининград, знакома с Мэри Джа, модель Нью. Еще известно, что шоу снимают в России. Двух или трех участниц уже выгнали. А на этом пока все новости. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на канал. До скорого!